В условиях режима самоизоляции в республике продолжает действовать запрет на посещение парков и других многолюдных мест. Не выходя из дома, можно понаблюдать за обитателями столичного зооуголка «Ковчег». На протяжении недели в социальных сетях публикуют видеоблоги и фоторепортажи о буднях животных. В качестве оператора – директор детского парка Георгий Богуславский. Вот это наш красавчик-косуленок. Его к нам привезла косоход-служба. Его нашли маленького в лесу, мы его выкармливали, поили молоком козьим. То есть он абсолютно ручной. И ну вот, мы пока он не вырос, мы его не показывали посетителям. Но сейчас вот он в условиях таких карантинов, то есть он абсолютно ручной, потому что с детства его выкармливали бутылочкой. Эта работа на чистом энтузиазме. В зооуголке теряют прибыль от продажи билетов. Зато увеличивается количество подписчиков в социальных сетях. Число просмотров видеороликов о животных растет с каждым днем. Те, кто присоединится к виртуальным турам, смогут узнать немало интересных фактов о зверях, для которых изоляция – привычный образ жизни. А именно рассказывать историю этих животных, показывать, как мы кормим, как мы ухаживаем. В зоопарке происходит очень много интересного. Рождаются новые животные, появляется потомство. Вот олень-красавчик у нас скинул рога. Это тоже интересно, да, то есть как он чувствует себя без рог, как новые шишки набухают. Экскурсии в онлайн-режиме могут стать постоянными. В будущем в Чебоксарском зооуголке планируют создать собственный канал. Я думаю, что аудитория виртуальная наша будет не меньше, чем реальная, которая приходит посетитель нашего зоопарка. Татьяна Молокова, Дмитрий Ковалев, Бахтияр Велиев, Республика.